Так. Привет! Витёк здесь, и не один. У меня сегодня Скорлупкин в гостях. И мы пришли в Айзека поиграть. Да, неожиданный Айзек. Да. Обычно мы играем в Satisfactory, но вот сегодня мы решили завод покинуть и пойти в подвалы. Тут какой-то мод, в общем, тоху хреноху, я не помню название, в общем. Вот, мне дали чувиху, я даже не помню, как ее зовут. Вот она умеет так собирать камни в стопку и кидать их. А тут вообще на инвалидной коляске чувиха летает. Умеет разгоняться и таранить. Ну погнали, посмотрим вообще, что из этого получится. Фига себе, ты его раздавил просто, бедный паучок. Смотри, он там размазанный на полу валяется. Что ты сотворил с ним? Ай-яй-яй. У меня тоже, да. Ее немножко понерфили, так сказать. То есть она может только один удар за таран наносить. Раньше она просто всех сразу выносила. Ты пауку покусал. Идем дальше. На. Ух ты, какашка кинулась на меня. На. Я на геймпаде играю, ребят, поэтому я немножко сейчас пока подобвыкнусь. А, погоди, я же могу еще вот это делать, да? Прерывать ее. Ну, ты можешь еще раз кнопку активки нажать, а он просто выбросит ее и не потратить заряд. А, точно. Да, с этим артом можно классно все собирать. Пошли наверх. Воу, нифига. Блин, капец, да, это, конечно, я с тобой за руль не сяду. А, блин, капец, я впитал сейчас. Гонщик нелегальный. Скорлупка нереальный. Ой, я даже не понял, в кого улетел. Деньги. Так, сейчас я подвал найду нам. Там есть маленькие комнаты? А, подвал хочешь найти? А зачем тебе маленькая комната? Ну, чтобы мне два заряда сразу не терять на большой комнате. Я хотел Ну, тогда надо вон на ту идти. Так, ладно, ничего нету. На длинный, по-моему, один заряд дают. Да, это только на тройной двойной дают. Ну, чтобы я точно не полезу. Кертаном сделал. Оп. А я паука. Ну, гашки-то надо пробить хотя бы. Ладно, камни можно не рубить в таком количестве. Хотя, если хороший камень, чё бы не срубить, да? О. Тут бомба-камень есть. Он только смечен. Ух, хорош, сейчас рванет. Ой, видал? Я добыл нам сердца. Отходи! На, бочка, смотри. Я воюю! Ты что, не видишь? Не туда воюю? Да, немножко не в ту сторону. Отходи! Ты видишь, я их взрываю. Точнее. Я пытаюсь, я боюсь тебя убить. Отлично повоевали, чё. А ты чё, уже слопал это двойные сердца, да? Да. Они в меня влетели просто молнией. Понял. Все, здесь тупичок, пошли дальше. Чат рофлит. О, погоди, горшки. Я могу помочь бомбу потратить. Вон, сердце еще бери. Ты лучше половинку возьми, а я целая. Здесь секретка, возможно, внизу. Возможно. Так, ну что, вниз давай, сапог. Влетаю. Ну что, я попасть никак не могу. Да, конечно, стрельба такая неожиданная. Так, будем взрывать? Давай, попробуем. О. Нюх на секрет, о, нервяный. Импресс и
Че это такое? А, перевернутый импресс на 1 минуту, 2 здоровья, скорострельность. Ну, я не знаю, собственно, пофиг. А это что у нас? Попрошайка. Попрошайку надо было на самом деле поставить и взорвать сразу где-нибудь. Сразу? О, Аквариус. Аквариус. Ну ты, в принципе, гоняешь это постоянно, да, монстров, это тебе. Я постоянно гоняю. Так, ну что, давай. Осторожно. Надо, кстати, проверить, может она бессмертие получает. От Аквариуса? Нет, от своей скорости. О, пилюля. Pretty fly. А это мне. Как пилюлю жрать? А мне тирсдаун. Отлично. Сойдет. А, я сразу коплю. Да. Взорвать же хотели. Можно до другого места найти. Да можно, рядом с этим мужиком можно взорвать. Да? Может, еще денег даст. Давай. 4-4. Эффект случайного брелка каждую комнату. Ну, у меня, в принципе, Shiny Rock неплохо. Ну да, у тебя подсветить может. Да, так что. И краудфейс будет. Нормально ты гоняешь, а? Нифига себе родил. Да, сердец нарожал знатно. Я реально стал дольше генерировать камни, жесть. Ой-ой-ой. Погоди, знаешь, не стреляй. Я ими сейчас это пробью сундуки. Вариант. Скрываем. Эй. Ну ты вообще рисковый. О, что это за магазин? Примерно радиус помню. О, лабастр. Создает 3 синих сердца и 2 ангельских артефакта. Ну там 12 сердец нужно собрать. Ну да, он набирается долго. Слишком не, долго. Я вот вижу батареечку за 7, плюс 1 заряд после использования, может возьмешь? Я тоже так думаю. Плюс зарядим сейчас. Еще сердец. Зря я, конечно, прожал. Надо было ставить на следующий этаж. А ладно. Старс. Не, я со своей пилюли пока пойду. А мне импресс нравится. Перевернутый. Надо будет его прожать на босс. Пойдем вот здесь еще найдем. Интересно, что будет, если я максимальную скорость наберу. Я там, наверное, летать как сумасшедший буду. О, хороший камень. Роняет все сердца и подбираем ее на пол. После этого остается только половина сердец. Монетки и бомбы могут создать четвертак и бум. Подбираем их предметов не так много, можем прожать. Собственно, как они думаешь? Все у тебя, так что. Если не, хочешь, прожимай. Имеется в виду эти. А, эти. Бомбы, монеты там. Ну да, попробуем, в принципе. Давай. Я, если честно, ни разу не прожимал такую штуку. Ну и чего? Не создал предмет, ну ладно. А, то есть они все вернулись, получается. Да. Все возвращаются, по идее. Ну ладно. Ой, куча какая-то. А, да, прикольная штука. Плюс одна удача. А, пыль фей. Да, когда держишь 3 пыли фей, летаешь. Да, у врагов шанс полет. Дропнуть фейри даст 10%. А, не эти, эта пыль навсегда у тебя остается? Навсегда, просто появляется еще шанс, что будет еще пыль. Ну, еще одна пыль дропнет в противник. Окей, я, возможно, полет получу. Возможно, и я получу. Тут можно это обузить, то есть один... Главное не подбирать третий кусок. То есть ты можешь тоже набирать? А, прикольно. Ну, поехали. Да, у нас цель. Я только сейчас заметил. А ты что, не понял, что у нас два этих? Да, что-то как-то не обратил внимания. Бам. Фига себе, ты его бортанул. У него пол хп сразу ушло. Здорово, бери, это твоя лицом тема. Лицом разменялся. А, это моя тема, да? Да. Ну, давай. Так, Хермит. Давай возьму.
на костер его. Ай. Еще звук, как будто там бомба взрывается. Это пукан у него взрывается. Чё там траванулся-то, чего? О, Терри, да, как раз упал. Желтый шприц, капец. А чё это, еще один? Ну да, там три штуки нужно собрать, чтобы полет получить. А, ну, а, ты будешь брать? Передаст? Ну да, давай. Чтобы у тебя, у меня был, чтобы мы уже собирали и собирали. Ну чё, будешь рисковать, нет? Хочешь, я рискану. Я надеюсь, что мне скорость даст. Да, отлично. Я надеюсь, то, что я не пострадаю. Марблс неплохо. Да, Марблс топ. Ой, чуть такое за лапу страшное. 20%, 25 шанс, что дропнуть одну временную монетку после убийства монстра. Это временная монетка, от которой как после этого улучшенного Каина? Гриде, да. Как у альтернативного грида. А теперь еще у меня привариваться они будут, я правильно помню или нет? Если тебе сердце не особо нужно, то ты можешь сейчас забузить и приварить вот эту треньку. Потому что там красных сердец довольно много у нас с тобой валяется. Вот я тоже об этом подумал. Так, а мы пойдем к дьяволу зайдем? Давай. Или мы в ангельские? Да, в ангельские. Ну там у дьявола, там же новые предметы добавились, которые в этом моде. Ну, надо будет здоровье тратить. Как хочешь. Давай посмотрим. Ну, в принципе, арт хороший. Ну, в принципе, да. Но брать только тебе, а то я тогда побузить не смогу. Ну да. И черные сердца тоже бери. Я же обузить пойду. Так. Это все хп надо. Пойду какашку поднять. Я хотел по какашку поднять. Увидеть всякое говно с пола подбирает. Так, а где он? Разогнался-то. Нифига себе, ты прешь. А, вот здесь. А ты можешь не заходить мне, да? Только не умри. Пока не приварилась. Yeah. Ладно. Что ты такой быстрый? Ты меня катаешь по этому уровню. О! Все. Первую пошла. Отлично. Прихватило. Что там еще было-то хорошего? А, это была корона. Красная корона перевернутая, а что она дает? Красная корона. Сдает золотое сокровище в магазин в преисподней. А мы куда с тобой пойдем? Я бы вверх пошел бы с удовольствием. Я бы вообще на мамку или ходил. Или вообще на мамку, давно, да. Давно, да, на нее не ходили, кстати. Ну, я тогда поехали мамку. Дальше. Или ты... Да. Давай. На альтернативную давай трассу, чего? Ну, давай на трассу. На альтернативную трассу. Да. Погнали. Старт сразу прожмем или как? Да, можно сразу прожать. Ключей все равно нет. Ага, прожали. Ну, в принципе, можно ключ сэкономить, да? Ну да. Рабер, цемент. Будем вдвоем сразу брать. Ну тогда. Только там через паузу лучше делать. А это как? Я не умею. Нажимай на паузу. Ну, либо... А, типа, а мы на уровне, на одном? Ну да, на одном уровне тоже стоим. А ты быстрее меня ездишь. Ну, у меня разгон еще делается. На паузу? Да. Типа вниз зажать, да? Да, зажимай кнопку вниз, а и нажимай на паузу еще. Зажал. Зажал ты? Да, давай. О, неплохо. Юрити. Причем на дамаг. Капец. Дамаг. Вон. В общем, вот так это обузится. Понял. Потому что по таймеру это довольно сложно. О, хулюка. Ай! Я уже проглотил. Ой-ой-ой. А, монеты. А, же временные монеты, я забыл про них. Да, успели. Я уже этот проглотил Shiny Rock, так что. Мне можно еще это снабжать меня. Блин, жалко эти. Не скрываются. Комнаты вышло, да, они работают на всех персонажей. Вообще наверх. Которые в колодке сидят. Ух, жесть. А, монеты.
Слушай, ну монеты это тебе собирать, потому что ты гоняешь там постоянно, ты да быстрее я меня. Я никак не привыкну. Что-то не дропаются. Я погнал. Осторожно, а, пульт. Я погнал, да? Гнать-то некуда. Так, завалили. Хорош камни, если видишь, говори, а то и бывает слепой на них. Воу-воу-воу. Тихо! Гад. Так, ведра вскрываю. Лови. О, пердомонета. Давай возьму чё. О, какашка. Надо? Ну ты у нас тут всякое говно с пол подбираешь. Пауки! О, смотри, нормальная монета. Ты мне подляну, да, сделал? Так, чё, третья? Я полет возьму тогда. Быстро полет собрался. Ну да, там довольно высокий шанс. Теперь тебе собираем. Ой, из них деньги упадут. Тень. Ой. Аня будет дроп, смотри. Чё, ты же отдельно взял? Непривычно не играть, потому что у нее скорость маленькая стартовая, нужно разгон брать. Я все время забываю теперь, что я летать умею. Так, пойдем добивать. Мы альтернативный путь будем открывать или ну его нафиг? Да. Мы же на мамку идем. А ты на эту, на кислую мамку хочешь? Ну да. Я просто думал на верхнюю мамку. О, блюбик. Просто бис у тебя уже много раз был довольно-таки. Здесь, возможно, секрет надо будет сейчас посмотреть. А, нету. А у меня полет есть, я смогу. Нифига себе, ты там взорвался. The moon. Так, прожимай секретку, сразу. Кстати, давай, поехали. А, вот она. Ух ты. Ой, а вот я не знаю, ты знаешь, тоже сразу два надо брать. Наверное. Давай мне жизнь или как? Бери, конечно. Ща. Так, ты готов? Проще на паузу поставить, да. Готов? Да, давай. Воу. Так, мужиков дай взорвать-то, чё ты? А там, по-моему, за магазин его больше дают, нет? Не-не-не, одинаково. Я уже не помню нифига. О, смотри, а, тебе полет получается. А у меня, смотри, полет какой интерес. Офига себе, реактивная струя, реально. Ой, что такое? Минус 3 удачи, стоит одну монету. Это депозит. Заполняет монеты делимиты. Платишь 20% монет за каждый. О, боже, что-то очень сложное, я даже не хочу изучать, если честно. Давай разберем. Он дает тебе полный пакет монет. Да я понял. Да, платят 20 монет после каждого этажа, 20% монет точнее, и еще 20% сверху накидываешь. Но если у тебя нету, ну, недостаточно денег для оплаты, то он забирает твой предмет, либо эти. Ну его нафиг. Бабки. Ну, кстати, довольно хороший предмет. Коробка. Хочешь коробку? А у тебя есть активка, да? Да, я пока не хочу. О, ну вот это прикольный. Отсоединенный кусок, случайный ребенок, из кого режима имеет случайный эффект слез. Че, возьмем? Бери. Кусок конжоинда. Ок. Тихо. Опа. Это на машина. Так, а у нас сердца-то там есть? Там были сердца. Давай, я подоначу. Давай по очереди, господи. Он же красный будет жрать. А, да. А, блин, мне ж пьюрити. Ну ладно, пофиг. О, это хорошая штука. Ну, смотри, кто берет. Давай на Цуэпа. Ну, у меня скорострельность маленькая вообще. Ну, тогда я. У нас вроде одинаковая она, не? Конечно, у меня удачи побольше, но... В принципе, без разницы, я думаю. Ну ладно, все, мое будет. Так, пойду полечусь, и ты тоже полечись. Ой.
А, ну, вон там еще есть. Сразу к боссу или пойдем добьем? Ничего не осталось толкового. Сколько ртов-то мы понабрали уже. А что, у тебя даже защита от взрывов есть, да, когда... Опять дамаг потерял. Здесь лучше это. А вот и зеркало. А, ну да, нам же это еще нужно пройти. Так. А костры были где-то сверху над нами. А? Магазины были. Достаточно одному тюкнуть. Капец, вот и торпеда. Тихо-тихо-тихо-тихо, осторожно! Ты чё творишь? Ты же умрёшь! Нормально. У тебя же одна жизнь. Камикадзе. А погоди, а я нормальный, что сюда зашел? Тогда, я же тебе говорю, тут достаточно одному игроку только. Прикольно, я не знал. А вот остался моба, что ли, тюкались? У меня блёп откуда-то взялся. Вон тебе, смотри, сердечко как плывет к тебе. А, спасибо. А чё мы идём-то? Мы пойдём босса убить или что? Ну да. А, ну в принципе... А тебя не завалят? Это опасно. Нормально. Такое рубилово стоит, жесть. Не выдержал. На мужика там психанул. Золотая бомба. Даже так. Суперсекрет можно будет найти тогда. Ну да. О. Кстати, мне надо взять. Это пердящая монета нафиг не сдалась. Так, наверх или к боссу пошли? Да. Это, возможно, наверх суперсекретка. А тут все равно ничего не будет в этой зеркальной локации. По-моему, не будет, только если ты ее открыл уже в обычке. Как-то так было. Но я не уверен, если честно. Проверял. Так, джаджмент давай я возьму. Ну что, давай босса. Давай. Оу. Если его бортанул. А я его руками запинал. Просто. Так, это хорошая штука. Забирай. Компенсируем мою скорострельность униженную. Униженная скорострельность. Ну, поехали тогда обратно. Будем искать суперсекрет. Да, чё мы тут? Ну, давай, хочешь, позачищаем, конечно. Лут какой-нибудь найдем еще. Ну да, тут сразу что лут, лутецки. Капец, он каменный. Врезался, блин, всё-таки. Сука. А куда ты? Чё произошло, алё? Просто влетело в него, я забыл, что я за лосты играю. Это я понял, а почему ты сейчас умер второй раз? А у меня астральная проекция прокнула. Астральная проекция одновременно бессмертие дает. Ну ладно, почилю. Окей, ладно. Я забыл, что там этот застранец находится. А у нас деньги-то есть? В смысле, сердца тут? Ну, у тебя-то немножко есть, лостом залетел, а я лостом зашел. Нет, я к тому, что подонатить ему. Ты можешь меня из комнаты выводить? Вроде были сердца. Так. Сейчас там около босса, по-моему, были еще. Чат, наверное, угорает, блин, меня. Да, я вообще человек-торпеда. Теперь тебе еще воскреси, я не знаю, в каком месте. На следующем этаже. А, хотя нет, мы же босса этого этажа не убивали. В принципе, да. Можно и после. Так. Слушай, ну это халява, конечно. Так-то лостом здесь не подонатишь, а тут получается один
нормальный заходит, и он может еще задонатить. Это имба. Хорош. Отличный арт. Тебе не дам. Я уже понял. Уже прокрался шанс. Так, но я думаю, можно на выход. Хотя... Говорит, поезд уехал, рельсы убрали. А я все еще могу их таранить, смотри. А, все еще можешь таранить? Да. Ну это вообще халява. Бессмертная таранилка такая гоняет. Призрак-таран. Призрак-таран. Так и играть тогда. Да, действительно. Бессмертный таран летает, всех плющит. А че нет? А я выйти смогу? А, я могу выйти. А, ты обнормалился, смотри. Или что такое? Нет. Что ты головой стал? Ну, видимо, глюк такой. Недоработка, скорее всего. В общем, твой мод поломал игру. Вообще. Та-ра-та-ра-там. Ой, тарань, парня. Жесть. Реально таранит. Ей-ей-ей-ей-ей. Беги. Все, я воскрес. Так, ну бери здоровье. Да, да, бери. Мне немножко и это бери тоже. Да куда мне? Ну, чтобы больше здоровья было. Тут у тебя три контейнера. Поровну. Ну, как знаешь. Так, ну чё. Вот взрываемся? А, суперсекретка, сейчас. Вот здесь. Ну, в принципе, да. Как вариант. Нет. Тогда он там, где сердце торчит наверху. Там, навряд, там длинная комната. И что? Там раз длинный холм, может быть? Конечно. А, он же в том конце, который... О! Ой, водомерки. Осторожно. Чё ты там взрываешься? Поехали. Пытаюсь тебя догнать. Мне вот кому-кому, а мне скорость нужна, да? Я первый поставил. Меня раздражает за этого персонажа, что нужно отпускать выстрел. Она не стреляет, да, она роняет. Начинает падать. Да, они просто падают, они стреляют. Это раздражает. Ну, него. Народ там уже спать идет. Давайте, спокойной ночи, чатик. О, слепота. Ой-ой-ой. А как? В смысле? А почему? А, не-не-не, это одна жизнь просто. Нормально. Не, я понял, я имею в виду, я же вроде на скорость улетел. А, ты в этом смысле? Ну, да, это я, наверное, скорость не набрал, и меня задамажило все равно. Давай, залетим. О, ну чё, кто рискнет? Fox in the tube. Какая-то лиса в трубе. Я без понятия. Она тебе понравится. А что она хоть делает? О. Ну, она предоставляет... Предоставляет некоторые, так сказать, возможности, но... Ох, капролит. Взамен она... Подляну может подкинуть. Понятно. Ах ты, кусок помидора. Вовремя рука выскочила, а то бы она меня дамагнула бы. Ну вот я в частности. Это как раз этот Фокс. А типа, чё? Если ты возьмешь вот этот ресток, то там, по-моему, предметы больше не будут спавниться или что-то такое. Либо кто-то еще заспавнится в этом в золотой комнате следующей. В общем, жесть, лучше не брать. Что, ну так да. Берем? Давай так. Готов? Давай притворимся, что мы этого не видели. У меня же теперь чего-то не будет. Ты какую-то куколку прикольную взял. Так, ну надо брать. Дьявол. Дайте монет. Moving box. Moving box.
А этот будем брать? Диплопия. Слушай, ну, наверное, можно даже с собой поносить. Там я тоже так думаю. Да погоди, а если ему юнгбоксом все забрать? А, на диплопию имеешь? Ну... Да. Ну ты активку тогда заберешь свою. Ну да, я потом использую. Давай так, тогда же лучше, наверное, будет. Так, как там использовать предмет? Вот так вот, да? Потом выложу, где надо диплопию. И свой предмет не потеряю. Ну да. Диспансер! Да на... Жесть, взрываю. Осторожно. Испанцы от Silverhand. Доброй ночи и приятного стрима. Беги, добрый. Беги, а то испанцы догонят. Так, мучить аппараты это я люблю, ладно. Спасибо за испанцев. Блин, на геймпаде попасть не могу. Так, наверх. Вернемся еще сюда. Ух ты же, блин, снайпер. О, о, планетарий. Ага. Но у нас же увеличенный шанс. Кстати, можно сюда... А, можно сюда диплопию. Во-во-во, я тебе про что и говорил. И что такое? Он перезаписывает будущие эти предметы. Вот сейчас я не знаю даже, что тут лежит. Когда мы взяли вот этот вот ресток, он перетасовал предметы в комнату. А. То есть это, наверное, даже не планетарный предмет, может быть. Ну, ну, ну надо брать в любом случае, чё? Давай рискну посмотрим. Вот, я тебе о чем и говорил. Просто говном подсунули. Надеюсь, это одноразовая акция? Да, но я никогда его не брал в золотой комнате. Ух ты ж. Пины-пины. Слился. Вернулся. А, погоди. Все, открыл. Давай по приколу. Можно, в принципе. Я вот что-то боюсь сейчас уже химии-темиси прожимать. Чё меня ударило? Скелет, что ли, плюнул у меня? Незаметно. Так у нас там много сердец. Ну... Прожать, что ли? Зачем? У нас их много. Ну, кстати, красная секретка открылась. В смысле, это местоположение. Это у меня вот эта штука-то работает. Это, да, из-за орба. Ух, ё. Нажал кнопочку, называется. Серега, любитель жать на кнопочки. Да уж. Денег капец немерено из-за этой лапки. Ну что, будем извращаться или ну его нафиг? Времени, извращаться, говорю, времени много сожрет. А, ты про этого там, про черепки? Да не, наверное, вряд. Поехали. Так, а мы секретки еще не открыли, да? Я вообще не понимаю, она, наверное, вот здесь. Наверху вот здесь, да. Ой. Угу. А что это под ним что-то красное было? Погоди. Да, блин. Мастер, да что ты делаешь? Я просто побоялся, что под ним что-то находится, и поэтому пытался подальше взорвать. Понятно. Мне не взорвать. От маски. Маски профессионала. Вот здесь, может, суперсекретка есть. Блом. Пошли босса катать. А, у меня еще джаджмент. Ну лучше босс. Осторожно. Ух, прям на мне появилось. Ну что это такое за подляна?
Раздавил опять его. Так, осторожно. Ой. Говорю, осторожно. Не рассчитал скорость. Ух, удачливая монетка. Ах ты ж. Присанули меня в углу. О, чуть не влетел в выход. Ух. Давай ты первый. Походу, не одноразовая акция. Может, на весь этаж оставшийся? Ну, надеюсь, что хотя бы на этаж. Там все говном серьезно становится. Прокнул лорд на секретку. А, понятно. За конфешн, ну да. С него выпытать что-то это нереально. Попирайся это, да пошли, наверное. Может, размножим какашки? Ладно, поехали. Тебе не в руку, да? Да, в общем, не бери больше. Плохая ж сука. Либо на в конце этажа брать надо. Меня пьедестал подставил, ничего не знаю. Так, у нас ничего не видно. Предупреждать надо о взрывных работах. Ах ты ж. Ну ты снайпер сраный. Да это жесть какая-то, как я умираю. Ну, ты скорее больше всего из-за камеры умираешь. Какого пена такая противная. Ой. Тихо там. А вам банат сработал. Да я что-то себя потерял просто и все пули словил, которые только можно. Не зря меня грибом накормили тогда. Ну так, джаджмент ты не... Ой. А, по серые сердца дает. Но я, кстати, не помню, чего будет, если эти серые сердца взять. Ну, нафиг. Хочешь, и? Он какой-то плохой. Я не хочу. Ты еще самого худшего не видел. Черсдаун. А, у нас пилюли падают, да? Почему? Пилюли выпал, кстати. Ладно, пошли отсюда, ну его нафиг. Не, можно будет там потом пообузить в конце. Когда сердец наделаем. Ты будешь сердца, кстати, плодить? Ого. Идет, однако. Погоди, мне удачу дает за красные сердца. Видимо, персонаж так сделал. Ух. Вот главное сейчас, блин, опять не пустить. Кто дамаг берет? Ты знаешь, как встань, чтобы ты направо скатился с пьедестала, чуть правее, да? Готов? Так, наверное, да. Давай. Что тебе выдало? А! На этого бумера. Бумера. Ха-ха-ха, бумера. Ключник. Через... Бумер. Черный бумер. Так, погоди, а что мы сюда? Ну ладно, давай вниз. Такие камни уже такого размера лютого. Ух ты ж, ё-моё, мужик. Неожиданно выскочил. Меня аж заносит уже на поворотах. Дрифтую. Набрал скорости. Да не сказать, что набрал. Ух, стреляющая жопа. Ух, бомба, бомба, бомба! Ух, хорош. О. О! Ой. Неплохо. Неплохо. Ключник сработал. Ух ты, ё. А, и всё? Погоди, что там выпало?
Красная бомба, черная бомба. Боже, погоди, вернись. Где у нас комната была с кучей грибов? Грибы взрывай. Взрывай тоже. Ты же знаешь, что в грибах бывают полезные грибы. Грибная мания. Все, вроде нету больше. А мы вниз ходили? Много куда вниз можно пойти. О, вернулись, да, направо. Чувак, хочешь меня сожрать? Я никак попасть не мог. Взрываю. Шли. А, карта, которая не будет прокать. Вторая. Дес. Такая... Ее можно взять. А. The World можно просто взять с собой. На следующем этаже прожать, например. Ну да. Монет дофига, кстати. Да ладно. А ты решил взорвать. Иди, давай секретку чекнем. Так. Так. Снизу. Тут прям лейауты надо запоминать. Ну и взрывать все подряд. Без раздумья. Наверх, наверное. Да-да-да. А где босс тогда? На босс слева был. Или где? Где-то он был. Так, погоди, грибы. Еще одну кнопку не нашли. Мы можем так-то долететь. Мне кажется, он скрипт сломается просто и все. Да не-не. Работает. Так, кто, ты пойдешь или я? А тут мы, обоих предметов собирает, да. Без, мы вместе. Угу. Ой, не туда. Это будет жестко. На геймпаде, блин, я как пьяный ежик. Я буду уворачиваться в основном, а ты тогда пробиваться, я не знаю. Я буду на скорости гнать, да, как машина. Спиннигонщик. Ой, блин. А, ну ладно. Нормально, все равно передалось. Да, да, пофиксили это дело. О, капец там. А, вернулся. Тихо. Ты меня просто... Уж нифига себе, вот это чит. Блин. Не скинул бомбу. А ты засранка. Кстати, на меня охотится. Ах ты ж. Так что ж такое? Все бомбы поймал. Теперь я спасу тебя. Оп, увернулся. Вдоль стеночки. Выезжай, выезжай. Ух, лёгкий. И статов просто куча навалилась, да, сразу. Так, я что-то запутался, где мы и что мы. А здесь мы были. Вот тоже непонятно. Да, здесь. Мы будем это... донатиться, да, попробуем. А у нас сердец не особо много. Да там на этаже 4 штук как минимум. 3. Там один сердец нужен. Так а зачем нам? 11? Там нам или... нужно 6. Там, по-моему, на 8 донатах, да, сердца или монет падает. О. Все, поехали. Где они еще валялись? Ну что-то найдем, полетаем, найдем. В конце концов. Умрем. Хотел пройти вообще-то. Ого. А направо, направо свое. А вот еще мне целое. Ну что, пойдем додонатим или что?
Или пойдем это, что-нибудь еще поубиваем. Где-то мы вот здесь внизу, по-моему, еще не были, не? Ага. Вышиб ему мозг. Осторожно, бомба. Вот здесь секретка, да? Хорош. Вон секрет рум айтем хе. А, тихо, осторожно. Ну да, вон, видишь, там у него этот... Ну, уже разбили. Под кипером был предмет. Можно было секретный предмет из-под него набрать. Ну и ладно. Был да сплыл. Пойдем еще подонатим. Вернемся. Сейчас лайк я очкую. Или дочистим. Пойдем дочистим, там, наверное, одна комната осталась. Не одна. Эй, что это я взял? А, ну ладно. Нифига себе! Это ж гигантские бомбы срет! Капец! Ходи! А вот и босс, кстати. Спрашивал, где босс. Ага. Так, ты будешь тут прожимать свой этот пилюлю? Слабенько. Да, не шибко много, да. Надо было там прожать. Здесь посмотрим, давай. А, вот оно последнее. А, вот это прикол-то, про который я тебе говорил. Может зайти посмотреть, что будет. Ого, а что это там? Нам не нужен же тут артефакт. Может туда зайти, вот в чем прикол. Ну ладно. Нам же не нужен тот артефакт, не? Не, там ничего особенного не было. Это как раз вот это вот лица дает такую возможность. А, так, хорошо. Лиса дает возможность зайти в босс этот. Но там куча тролль-бомб, ну, да, золотых? Да. Да, это жестко. Ну, в принципе, тролль-бомб-то они же по боссам будут долбить, так что. Ну, это... А прикиньте, защита от взрывов есть. Ну, если защита есть, конечно, можно зайти. Но они очень сильно отскакивают друг от друга при взрыве. Так, давай, один раз я, один раз ты, получается. Ага. Нам сегодня везет на этого чувака. Можно черный взять. И уже нельзя взять. По-моему, еще один разок, да? 3% шанс на случайный предмет. Ну давай. Эх, говна кусок. Теперь нет смысла дальше донатиться. Ну да. Разве что сердце, а только попробовать вернуть оттуда. Ну... Которые потеряли. 50 на 50, а если денег даст, что нам с ними делать? Солить, что? Да, с деньгами-то нечего делать. А тут вроде донат-машины были. Я их взорвал. Продуктивно. Ну, let's go, босс. О, феникс. Пироплюм. Да. Ну, у него 3 жизни. Но он как-то быстро, да, отлетает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, задел, зараза. Нифига себе. Ау. Ё-моё. Да. Жесть. Последняя фаза у него жесткая. Да, последняя фаза жесткая. Блин. Думал убегу, не убежал. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, замочил. Хорош. Капец. Что за жесть вообще? Чего он так много срал-то? Полечись тоже чуть-чуть. Так. Дамаг. Ну и сердце. И дэмэдж. Только для правого глаза плюс дэмэдж. Курона. Пошли в ангелку. О, звезда. Да, Селема. Мощно. Давай, а если мы ее раздублируем, что будет? А, ну то, по-моему, две звезды не будет спавниться. Не будет? А может они наслоятся друг на друга? Чат, кто знает, что будет? Босс только не зарыв случайно. Это ангел, а то он сейчас укатает тут.
чат, что скажете? Если нам две звезды взять, что делать? Что будет? Или ну его нафиг берите, одну идем дальше. Чат? Ну, по крайней мере, я не пробовал две звезды дуплировать. Не попадал в чат. Чат молчит вообще. Чат уснул, что ли? Не знаю. Давай, говорит, по приколу две возьмем, поэкспериментируем, пишут. Ну, как хотите. Готов? Доставай диплоты. Ну, там, я думаю, не принципиально кому брать. Тору, убери что-то. Не-не-не, возьми ты одну, а то вдруг я умру, ты один останешься. Я стопку могу настакать. Так. Ну да, не вроде их две. Не, миг. Ну да, кажется, как будто там двойной расчет идет. Смотри, он в три раза увеличивает дамаг. Ну да, да, да. Ну, значит, так, как-то. О боже. Какая жесть. Так, а что мы будем дальше-то делать? У нас сердца-то есть? Должны быть, вроде как. Мы вроде так все сожрали, потратили. Что-то и подзабыли, что там донатить-то нужно еще два сердца. А вот тут есть половинка. Половинка. А половинку тебе, чтобы у тебя пол хп осталось хотя бы. В принципе, уже можем, да, как-то там. Угу. На тоненького. Секретки было. Была в секрет? Пилюлька. Ну-ка, магазин. А, магазин у нас грид был, да? Угу. Здесь вниз давай посмотрим. А, здесь этот. Вот, сердце есть. О. У меня еще костяное есть. У меня же костяной сначала сломается, по идее. Или он не будет его ломать? Нет, она не реагирует. Здесь нет. Можно попробовать черепа взорвать. Да, можно, в принципе. Еще у нас теперь двойная звезда Бифалима. Мы просто сейчас будем разваливать с тобой по пути к боссу. Так, а мы суперсекретку еще не открыли, да? Ну, у меня топографический кретинизм, я не запоминаю детали. Ну, я думаю, в большой комнате перед боссом, скорее всего. Либо вот здесь вот. Либо здесь. Вроде мы все сердца, но мы посмотрели, сердец нету. Да. Так, ищи здесь. Да нет, просто навряд ли. А, нет, смотри. О. Ну, взрывай. Донатить-то нам сейчас не вариант. Хотя бы сердечко. Окей. Я не знаю, как мы будем мамку валить. За счет звезды. Давай одну я даю. А ну, что это? Я... А, я сразу знаю, открыл. Целый тратит. Будем знать. Окей, ныряем. О, да. Что-то я боюсь, мы с тобой не пройдем. Как-то слабенько. Опять лост, капец. Не раз сделал. Телепорт прям в камнях был. А! Что-то нас снесло-то. А, тебя протаранило, что? Да, меня протаранило и вынесло. А, тут ловушки, потому что Джокера. Бэм-бэм-бэм-бэм, осторожно.
сажать все-таки. Готов? О боже. А, блики про. А, ну ладно. Нормально, нормально, смотри, полет. Может даже кнопки не нажимать. Что-то кран-то взрывается осторожным гримстоуном. Куда торопишься? А, чего? Вон, уже к боссу пришли, смотри. Ну тогда за звездой бегу. Готов. Готов. Сирена. Сирена обычная. Бедная. Я максимум. Я уже максимум? Ну да, у меня, видимо, от поглощения сердец повышает. Ну, урон дальности хочешь взять? Да, вот урон я бы взял. Так, что, пойдем по миру золотую ходить? Золотую надо еще найти бы. Как-то. Так, погоди. Черепа хотел помучить. О боже, я же могу просто поднимать. А, да. Просто уже забыл про это. Так, какашки надо убивать мне. Мне же это... А там, по-моему, без разницы. Какашечное счастье, да? Без разницы, я просто не знал. Да. Зодиак. Можно, конечно. До этого случайно знак зодиака. Ну, ну такое. Да. Ну чё? Чуть поближе встань. А, давай вот так. Да, давай вот так. Готов? Угу. Лил чест. Пойдет. Эй, хороший камень. Это даже мигает специально. Да. Осторожно. Так, идем ко старту. Ну да. Куча будет. Куча мала. Жуткое рубилово. Он не забывай, что я таранить могу. Ага, затаранил. О, бери. Мне? Тебе. Беру. Ой. А что это такое? Так, малый шанс получить копию карты руны после ее использования. Mysterious Paper, что дает, я забыл. Имитирует фотокарточку, негатив потерянной страницы, плаката пропавшей без вести. Что, лучше носить? Негатив дамаг дает. По идее должен. Ну, он его имитирует, видишь, не дает. Ладно, пофиг. Блин, прям на меня упало. Конечно, было. Главное не облажаться. О, зелененькую бери, бери, бери зелененькую. Блин, уже не успел. Счастливая была. Тихо, черепа надо было приподнять. О. Вот. Это хорошая штука, возьмем. Угу. С тем, как я играю, да? Нет. Я черепа лучше буду бросать. Мало ли из них что вылетит. О, нажимай. О, сердечко. Так. Здесь все. Непонятно, да. Ну, сердец накидали знатно. Сюда. Магазин непонятно где, правда. Ну, здесь, наверху где-нибудь. Вообще, магазин обычно рядом где-то с боссом. Например, тяготеет к боссу. О, дает две атакующих мухи. При стрельбе летят вперед, наносит атакующий урон. Блин. Сюда Наполеон, который ради открывает. Ну да. Какая же комната. Ух, сколько я собрал денег. А у нас, правда, 99. О, хороший камень. Мужики, осторожно. О, прям мне в лоб кинул. Ну что ж такое-то, а? Майкер. Проверю, как это работает. Что? Да, у меня статы дают за подбор сердец красных. Смотри-ка. А почему? Ну, видимо, персонаж так сделан.
Но он как-то... Он, по-моему, у меня сбрасывает статы и заново генерирует. Погоди, ну, погоди. А почему здесь мерцает маленький камушек? Стоит, ну. Нет? Не нет, знаю. Так. Смотри, вот я захожу, и маленький камушек мерцает. Видишь? Без понятия. Глюк игровой. О! Блин, лицом поймал. Ну да, видимо, у меня до базы характеристики набрасывается. А, у меня же пьюрити, точно. У меня, видимо, скорострельность была. Ну вот, что-то опять прокнуло. Да хорош! Что ж такое? О! Не, ну в принципе, это прикольная штука. Я начинаю душить эту фигню. Ты не хочешь взять? Клеща-то? Да. Да можно открыть? А можно мы вдвоем? О, ё-моё. Как это все приварить теперь в себя, а? Столько триник клёвок. Знаю. Фальшивую бритву найти. Рубки Кенди Харт пишут. Конечно, ему статы за красные сердца дают. А, точно. У меня стартовый предмет Кенди Харт. Вот. Вот и поняли. Я, даже, да, я не посмотрел стартовые статы. Ну, что ты такой жадный? Все равно деньги девать некуда. Ну да, в принципе. О, смотри, спичка сразу, чтобы это... Клеща выжечь. Гениально, конечно. О, ага, мамин нога топает, да? По полу. На что за дрянь? Нам посмотреть, может, в магазине, вот я не помню. А магазин мы не нашли, да? Нога продаваться. Это, короче, сделает. Ну, давай 30 монет оставим. До конца забега спутника. Ляо, сэр, это мне надо. Ай. Так, как там жать тебя? Боже, что это? А, ну это вот как раз из этого мода. Они атакуют в противоположную сторону, которую ты стреляешь. Жутко. Ну, крутится они, конечно, классно. Карусел, карусел. Кто успел, тот присел. Девил. Так, да. Кусачка. Аркада. Ну тут прям заманивают меня. А погоди, а белое сердце он будет жрать, не? Пожрет. Чат, а что будет с белым сердцем, если я донатиться начну? Он же его сожрет, да? Не, он, по-моему. Сожрет, пишу. Играл 10 часов, до сих пор сейчас механик не помню. Блин. Да. Ну ты начнешь либо сейчас приваривать триньки к себе с удовольствием. Я бы не сказал, что у нас прям так много сердец, но тоже. Да у нас до хрена их. Блин. И здесь еще. О, могу вот так вот сделать. Можно наплодить сердца. А зачем ты взял? Ну, конечно, достаточно зарядов взял. Че он так мало зарядов дает? Да, что-то он как-то маловато дали. Ага. Вот сранец. И убежал. Ты подонатить хочешь? Ну, давай ты донать, ладно. Не хочу сердце. Блин, все равно к боссу пойдем и сольем. Давай пошли к боссу. Давай. Да, я сердце подберу хоть. Если я солью белое сердце, то хрен с ним. Не солью, окей. Так, а где босс-то у нас? О, бритва. Бритва. Это не та бритва, которая. Ну да. Это не та бритва. Она делает неправильный мед.
Так, а босс-то мы уже убили. Чё я туплю? Погоди. Ну и чё делать? Давай, врубай геллок. Да чё делать? Да как-то неохота рисковать, знаешь ли. У нас не особо сердец было. О, мы магазин нашли. Ау. Жопу подорвали. Бабки дает. Но мы же их не возьмем. Это какой этаж? Смотри, что я нашел. Мембер карт. Залей один. Не, ну нельзя же не брать мембер карт. Не, конечно, нельзя. Монашка. Ну я бы не сказал, что прям взять монеты. Да я чё, я бы не сказал, что прям монашка нам нужна. Не столько тебе. Ну, кстати. Перевернутый The World. Чё дает, не помнишь? Проход в ретро-сокровищницу. Краудспейс сделает. Пойдем сделаем краудспейс. Магнитные слезы. О, жесть. Мне кажется, она нам обоим поднасрет. Мне тоже так, так кажется. Предмет неплохой, но... Слушай, а может реально монашку взять? Ну, думай. Выдонатить того пацана. Давай рискнем. Да и здесь бери деньги, чё. Ну, да. Уже во все тяжкие пошли. Взял кредит, бери полный. Вон сердце можно сейчас забрать. Брать. Сердце. Давай. Где этот пацан-то был? Куда-то на... Ау, фак, ну ладно. Секретный предмет схватил. Что будет? Надо было мне, наверное, дать, ну ладно. Так, куда-то сюда, по-моему. Сюда. Угу. На одном сердце не забудь прожаться. Ого. Тирсдаун постоянно нам этот падает. Неизвестно, там дропнул. Да, потрать все сердца красные, да. Да. Спасибо. О, галп. А, я и так приварил, смотри, я галп нашел. Выкрутился. Нормально. Ну, давай дальше, да. Это дольше. А хотя... Быстро. Плюс урон, если вас ранит, эффект сохраняется до конца этажа. Блин, вообще крутая штука. Давай, набирай дамаг. Давай, донать дальше. О, как! Скорость. Скорость, да. Ну, я, в принципе, так набираю скорость. Мне скорость важна. Ой. Ну, всё. Что, будешь делать этого пацана? Да нет, конечно. Ну да, там 4 контейнера же нужно. Ну, все, в принципе. Выпотали. Да, выпотрошили все, что могли. Так, эту штуку будем взрывать. Нам еще этот. У нас еще целый этаж, так. Так, теперь вспоминай, где босс. Внизу. Вроде как. Налево, да. Налево. Ага. Фух. Погнали.
Суперсекретка, я уже не пойму, где здесь. О, да не, ну это дичь, конечно, суперсекретку еще искать. Ну. О, ну наконец-то вот я могу поражать The World. Вот секретка рядом прям. Не выдержал. Ну все, началось у тебя там просто. Успеем заскочить? Фарид. Жесть какая. Да, я себя не контролирую. Психанул. Так, давай, мочи. А почему я их убиваю еще? Чем я их убиваю, я не понял. Не знаю. Слушай, они лопаются под моим весом. Направо. Удачливая пеня. Тебя же этот вот фонтан. Называют один из эффектов игральной кости. А-а-а. Ну да, в том числе и D1. Или как он, D10? D4, да. А, D4. Интересно, почему я могу топтать? А, может, у меня Лео прокнул, кстати, на зодиаке. А, да, скорее всего. Капец, у нас бабла опять, полный вагон. Ой, я не помню, а мы отсюда сможем, мы не сможем вернуться, по-моему. Разве не сможем? Да. Ну ладно. Тоже зашли, так зашли. Так, что берем? А мы можем и то взять опять? Да, можно. Конечно. Давай. Будешь брать? Или нам не нужен полароид? Готов? Хватай. Готов. Да, что-то мы как-то... О, погоди, а у меня случайно не последний шприц? А желтый шприц кто первый брал? А, у нас у каждого по одному. Да, вот это прикол. Плюс урон, плюс дальность. Так, немного до ноги возьму. Базовый. Я, видимо, коробку беру. Пилюль неизвестная. Что-то да, что-то я уже забыл, что на этой мамке закрывается дверь, как она обычная. Ну и ладно. О, химитезисис, кстати. Не из тебя выпало случайно? Да, это, наверное, из меня вывалилось. О, лампочка. У меня же предмет так, заряжен все время. Как раз, да, для тебя. Ух, капец вообще. Ха-ха. Моща. Ну что, пошли гнилой мемки. Запрыгали. Тебя все надежды. Блин, не вижу ни хрена за своими камнями, если честно. Окно. Нормально, щепи не дропнуло. Ну я обдамажился, блин, обдамажился. Чё дать? Я вообще просто... Да я камни генерирую, смотри, вот они такие здоровые, я нифига не вижу, они летят. Все блокируют, капец, жесть. Да, тебе надо остановить. Я могу, конечно, химитемисис, может, тебя дропать тогда. Чтобы да ладно, пошли пока так. Давай. Все равно не пройдем. Нет, спасибо. Рановато. Что, The World прожимаем или не будем? Кого? А, ну прожимай, конечно. Редко. Надо ключи этому отдавать. Ключнику? Ну да, который у меня ключник. Понятно. А! Что это было, пух? Куда ты пошел? Куда-то.
Подляна тебе сделал. Да не говори. А здесь магазин-то? А здесь магазин уже и не будет. Ну, в этот раз в аркаду залететь. Так, сломайте этот камень. Так, а я не помню, на босс-файте-то у нас будет это сердце или, в смысле, звезда на самом последнем босс-файте, я имею в виду. Я тоже сам не помню. Ой, забрал. Смотри, какого расплеча. Да вообще. Ух, ё. Слушай, ну ты это... Ну, они по целому сердцу что-то жрать будут. Ну да, ну все равно богато там лежит-то. Если бы мне давал два заряда, я бы, может быть, подонатил. Надо пока еще одну монашку надеть. Правда, монашка. Йо. Тут намазали. Ой, что такое? Довольно интересная штука. Reduce all non-final boss enemies health. А, понятно. Ну нафиг. Раздупляет, так сказать, противников на копии. Short speed down. Где-то раньше был Bulb of Steel. Ты его сожрал, да? Нет, я это прожал. Имитации. Золотой. О! Так, ну я химитезисис пока несу. Пригодится еще. Погнали дальше. О! Звезду догнали. Есть что-нибудь интересное? По карте что-то заряда, что ли, покопить на Bolt of Steel. А, слушай, у тебя пилюли-то, смотри, сколько требует на Bolt of Steel, жесть. 12 зарядов, да. Так, ну что, босс файт. Лол. Уничтожен. Что это такое? Ну просто скоро. Три рандомных руны. Шот спид ап. Ну, в принципе, давай возьму. Душа Айзека. А где третья? Ера. Можно душу Айзека раздуплить. Наш умирает, становится потерян на одну комнату. Сердца учитывается, когда применение. Ну это так, на одно использование. Ну что, может Айзека поражать на ключ на этот? Я бы его вообще раздуплил, душу Айзека. И что, еще разок? А там, по-моему, она не работает. Он только один раз, по-моему, работает. Ну давай проверим. Давай. О, бери глаз. Так. Ну, в принципе... С мужиками забавляться не пойдем, да? Ну, поехали дальше. Забавляться с мужиками. Ты паладины. Здоровье побольше надо накопить где-то. Пока идем. Вот налево идем. Ну я могу сейчас зарядить, типа накопить. И тебе, в принципе, отдам. Капец, эти столбы камней у меня над головой. Я вообще ничего не вижу. Я просто стреляю наверх, надеюсь на самонаводку. У тебя раз самонаводка есть. Ну так вот звезде же на самонаводящийся становится. А, да, точно.
молнии откуда бьют. Там осторожно, там взрывные есть эти. А, вот еще. Боже, как ты его расплющил опять. Прям как прессом. Хороших камней не видно. Я бабах сделаю. Осторожно. У меня напарник с бабахом. При бабахом. Как попасть по ящику не может. Летает вокруг. Слушай, это от меня, походу, электричество стало бить. Это какой этот знак зодиака дает электричество? Что я не помню такого. Да что это за матрешка? Блин, ломаная корона. Блин, я бы все бы это нес бы, но я не хочу долбиться уже. Я не могу забрать. Мне сейчас, если... Погоди, дай зарядить, покоплю. Покопил. Чекай. Чекнул. Золотая пилюля. Будешь жрать? Надо было свою штуку применить на золотую пилюлю. Ну, там, по-моему, нецелесообразно. Она же рандомная каждый раз. Очень странные чуваки. О, наш любимый. На. Еще лучше. На. Мне, кстати, однажды получилось из этого попрошайки выжить. Предмет, но это капец как долго. Все сожрал, гад. Да, все бабки сожрал. Нет, не все. Еще надо. Еще сердце. Ну все, за два он ничего не даст. Забирай там пилюлю. А. Или ты золотую хочешь прожимать? Блин, а прикинь, мы улетим куда-нибудь далеко от нее. А, ну дайте ли пилюлю. Может прокнуть еще. Так что лучше не надо. Что-то я не понял. Это можешь прожимать сразу. Сразу к боссу пойдем. Ну давай посмотрим, может я там по дороге еще заряд наберу. Давай я этот метемисик возьму на всякий случай. Вдруг там на донышке будем на боссе. Ууу, вот золотая монета. Сейчас мы идем и донатим снова. Сейчас мы этого мужика удонатим, он нам выдаст пета. Капец. Бывает, возьмешь монет там три раза и все. А это прям. Я не могу попасть в эту монету. Я вижу, заносит во все стороны. Куда ты? Таран смерти. Шанс превратиться в Азазеля. Нет, спасибо. Да. Ай. Таран смерти. Отстань. Знает, как этот гидрокоптер, да? Иду на таран. А, блин, этого ждать надо, пока он скроется. Звучало двусмысленно. Ну, в том смысле, что откроется. О, слушай, денег то сколько набрали. Так, кусачка, давай не пойдем, здоровье потеряем, целое сердце. Так, ну смотри, ну ты на целый этот еще набил. Да,
кстати. Ну, у меня там еще заряд сейчас будет какие-то. У меня же батарейка. Нет, спасибо. А, опять нам челлендж предлагает, да, лютый. Предлагает зайти. О! Ей так быстрый. Сейчас будет еще хуже. Опа! Нормально ты влетел в него. Поцелуй мое лицо. The World прожал. А что, секреток нету, что ли? А, мы же его открыли. The World не открывается. Да, супер секреток не открывается. Ну что, скинешь мне тогда болт? Так, какой кнопкой скидывать, я забыл. На геймпаде? Да, на геймпаде. На левых бамперах, по-моему. Или на левом триггере. Не, я сейчас не вспомню вообще. Что-то где-то... Не нашел? Нашел. А, вот нашел. А, блин, я же мог просто пилюль забрать. О, ну чё, к боссу? Сейчас, когда M-Excited сбросится, то как-то на боссе на ускоренном режиме не хочется гонять. А что мне больше статов даст, погоди? Проверь. Не, лампочка больше дает. А, по-моему, тебе скоростельный король больше дает. Да, 0.6. Корона больше. Чуть больше урона дает. Ну, скорость забирает. Наверное, пусть будет урон. Ну чё? Да. Ну, так, я прожимаю, да? Прожимай. А, погоди, вон там наше пятно. А, я вообще... Спитна бей. Мы ее дамагом просто передамажим. Так, я в пятне. Луплю просто как боженька в нее. Так, я отвлекаю. А ты отвлекай, да. Наяриваю, нафигариваю. Да хорош, что-то дамаг какой-то у меня проходит, я не понял какой. Где я-то? А, блин, она меня всосала, я забыл про это, что она засасывает. Не стой, убьет! Я не вижу! Я умер. Я воскрес. Все. А нет, не воскрес. Фух. Последний момент. Я просто лупил в нее по полной программе. Жестко. Ну, прошли. Смотри, я могу с пульки стакать. Каменный лор. Все, давай, заходи в сундук. Прошли же. На скорости влечу сейчас. А прикинь, ударил бы сундук, разбил бы его. Ты просто уехал куда-то вниз, я себя вообще просто не видел, поэтому я фигачил на ощупь. Я специально вниз уехал, чтобы он на меня переагрелся. А ты как раз там урон вливал. Нет, мама, я просто... Сейчас она его в сундук посадит. Just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. Ah!
Да, у Эдмунда там целые посты были по поводу вот этой, вот этих концовок. Ну, то, что он проецировал свою жизнь на эту, на главного героя. Бедный Айзек, да. Сочувствие вызывает лютое. Ну ладно, отлично, прошли. В конце-то подсобрали много всего вкусного, ну и бахнули. Ну, чисто тараном играть. Да, таранмен. Да не, ну что-то как-то вообще жуть. Мне надоело реально постоянно отпускать кнопку стрельбы. Я люблю, знаешь, зажал пулемет. Тут, блин, постоянно надо выключаться. А тут еще вон порченые есть. Порченая коляска, блин. Ну, да, то же самое, кстати, плацебо и Канди Харт у нее. Фетус Блад Умбиликал Корд. Боже, что это такое вообще? Ох. Ну что, это было весело. Надеюсь, вам понравилось. Я не знаю, буду я выкладывать или не буду выкладывать эту серию. Посмотрим. А пока. Спасибо за внимание. Лайки ставьте, писайте ссылочку на плейлист на группу ВКонтакте. Свидули. Пока.